Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Ромз, и добро пожаловать в Brawl Stars, и наконец-то наступило время особого испытания под названием Мастер Лига, друзья, и в этом испытании каждый из вас может совершенно бесплатно получить мега ящик на халяву. Нужно всего лишь сделать 9 побед, и сейчас я с ребятами собираюсь сделать 9 побед и ни одного поражения, поэтому, друзья, чтобы у меня все получилось, обязательно поставьте лайкусик, подпишитесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик и самое главное, зайдите в магазин и поддержите меня, введите код автора Робзи, потому что честно, я не хочу проигрывать, если я вдруг проиграю, просто сдадут нервы и минус планшет, и я этого не хочу, поэтому нужно побеждать. Заходим в первое испытание, это Броубол, дворовой чемпионат, пики вы сейчас видите на экране, и мы погнали. Первый раунд, мы играем против Кольта, Розы и Эдгара. Что это за пик такой? Это очень странный пик. Я даже не знаю, что, как. Как они будут против нас сражаться? Это просто нереально, ребят. Это просто какой-то трэш, ребят. Просто посмотрите, что происходит. Да. Смотри. Ой. Чё-то не получилось. Ой. Первый гол, ребят. Пока что все легко, пока что все очень и очень легко. Так, сразу прожимаем гаджет. Сразу вот так вот. О, этот, а вот сейчас меня могут убить. Да. Эдгар все-таки меня развеселил. Пробил. Так, хорошо. Нифига себе, нас минусанули. Это было неожиданно. Мы слишком сильно расслабились. Все. Мы отыграли нашу позицию. Мы рыснулись. Нужно, кстати, было снести. А как можно снести вот эти коробки? Так. Бросаем сюда пингвинчика. Так, хорошо. Нифига себе, ты убиваешь моих пингвинчиков? За что, дружище? Так, давай. Эдгар схватил мяч. Ребят, давай. Давай сюда. Тихо. Давай. Да забиваем. Стрикшотик, ребята. Первая катка в нашу копилочку. Поехали дальше. Первая победа. Еще всего лишь 8 побед. 8 побед, и вы получите бесплатный... Точнее, я получу бесплатный мегаящик. Ну и вы можете получить, если будете внимательно смотреть за пиками. Потому что у нас будут самые крутые в мире пики. Так. Сразу влетаем. Ага. Ой, посмотрите, что они хотели сделать. Они хотели нас пробить. Дружище, у тебя нифига не получится. Так, этого убили. Этого меня убили. Так, замедлили. Давай, распасовочка пошла. Ну, практически. Давай, воробушек занесет. Или... Ай, хорошо вы, ребята, красавчики, ребят. Пока что идем просто прекрасно. Сразу идем на этот фланг. Бросаем туда пингвинчика. Бросаем сюда пингвинчика еще одну. Ага. Пошла жара. Меня убили, ничего страшного. Пингвины есть. Станция стоит, этот наваливает. Кольт пошел убивать, пока отвлекся. Нашего убили, стой, а, нет, почему-то. Почему я умираю? Почему я постоянно сдыхаю? Мне кажется, сейчас забьем еще один гол. Там уже просто ворвались очень сильно. Давай. Ага, давай. Вот так вот. Что такое, ребят? Ой, кто-то умер. Легчайшее. 2 победы, 0 поражений. Идем дальше. Идем, продолжаем сражаться. Это пока что только первая карта. Впереди будут еще 2 карты. То есть на каждой карте по 3 победы мы обязаны с вами сделать. Нани, Биа и Шелли. Вот это уже интересно. Так, нужно быть осторожней. Так, минус 1 мы сделали. Минус 1. Практически минус 2. Минус 2 мы сделали. Хорошо, Шелли отлетела. И пацаны, походу, просто сдались. Они за нами не успевают. Ребят, так, сразу юзаем гаджет. Поехали. Так, тихо убиваем. Блин, я успел поставить станцию. Станцию поставил. Хорошо, станция сработала. Воробушек прыгает. Давайте, забивайте. Все, это заносик. Это гол. Это первая карта пройдена полностью. Теперь будут новые пики, ребята. Внимательно следите за ними. Итак, друзья, Броубол, карта, трипл, дриблинг. У нас пик такой. Джин. У нас есть Бас и Динамайк. Мы готовы рваться. Мы готовы побеждать дальше. Пока что 3-0. Еще 6 побед и мегаящик будет в кармашке. Так. Фух. Надеюсь, у нас все получится. Надеюсь, мы сейчас ворвемся и просто намутузим пацанов. Так. Сразу что делаем? Пацаны идут вот так. Давай. Ага. Этого мы вынесли. Тихо. Ага, этого убили. Пацанчики, как дела? У меня уже станчик заряжен. Я уже готов просто врываться. Так. Вот так сюда. А теперь влетаем. Понеслась, ребята. Это легчайше. Давай еще покрутимся. Я так не люблю, когда крутятся, поэтому я решил покрутиться. У меня уже заряжен стан.
Я промазал! Я промазал! Пипец! Так. Блин, это плохо. Это было очень плохо. Я промазал станом. Вначале была такая ошибка. Просто жесть. Фух, ну мы отбились, пацаны не подвели. И я, конечно, тут очень намутузился. Просто намутузил очень плохо. Так, ладно. Мид снесли, мне нужно как-то набить себе ульт. Аккуратненько. Ага. Уру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Просто уру-ру-ру-ру-ру. Есть, четвертая победа. 4-0, идем по красоте, ребята. 4 победы, нужно еще сделать всего лишь 5. И мы победили. Я не хочу ни разу не проиграть, потому что мне жалко мой планшет, правда. Мне мой планшет пипец как жалко. Так, давай, сразу врываемся. Давай. Хоп, давай. Опачки. И первый Галевский просто за несколько секунд ворвались, размутузили, вынесли все. Пока, до свидания. Так. Ага, прилетел. Я должен его убить. Давай. Легчайшее просто за пару... Сколько мы здесь сражались? 2 секунды, 3, 4. Я звездный игрок, наконец-то, поехали. 5-я победа, легчайшая 5-я победа. И обожаю играть за база. Просто обожаю играть за база. Один из лучших сейчас персонажей, а тем более в броуболе просто сказка. Так, врываемся. Так, застанили. Мяч, пожалуйста. Все, готово. Готовочки. Красиво, блин, какая же имба этот бас. Какая же имба, просто жесточайше. Так. Вынесли. Ага, где мяч? Стой. А где мяч? А, мяч там. А почему мяч? Я думал, что мяч у нашей будет. Ладно, все хорошо. Мне нужно набрать ульту. Давай, конечно. Ты хочешь посражаться с базиком? Ты хочешь... Меня вынес Карл! Я... Честно, ребят, я зажал просто ульту. Ну ничего, у меня сейчас есть ульта. Я слишком сильно... Я думал, что его просто вынесу. Я думал, что будет слишком просто. Ну ничего, есть ульта, есть все хорошо. Так, привет, другалетчик. Привет. Так, встанем еще одного. Давай... Да нет! Капец, остается 124 хп. 124 хп. Давай, забивайте. Там гол. Там однозначно был гол. Это, ребята, 6-0. Идем просто чисто, красиво. Вы посмотрите, ни одного поражения. А теперь игольное. И неважно какое ушко, сейчас я покажу вам офигенный пик. Итак, друзья, 3-я карта, игольное ушко. Мы играем Тара, Эмс и Био. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы попытаемся сделать 9-0. Я буду очень стараться. Так, ага, уже замедлили. Ничего страшного, все окейюшки. Так. Минус пацанчики. Давай. Хорош. Первый гол, ребята. Это, чтобы вы понимали, 7-я победа уже прям вот она. Вот прям чувствую. Чувствуете 7-ю победу? Чувствуете? Вот она уже приближается. Прям вот пахнет 7-я победка-то у нас, ребят. Так. Ничего себе, а у Эдгара щит, дружище, извини меня, но тебе здесь, как говорится, не жить. Успею, не успею. Ну, дружище, извини. Как я не успел, блин! Я хотел забить только что. Ладно, не страшно, все окей. Так, не, дружище, такие здесь не проскакивают. Таких мы здесь не отпускаем. Давай. Идем. Давай, Божежу, сюда. Тихо. Все хорошо. Все окейюшки. Так. Давай. Хилимся. Роза идет. Розу нужно убить. Розу мы убили. Так, снова они рыснулись. Блин. Нужна ульта Тары. Срочно. А, блин, опять кто-то рыснется. Давай. Фу, ребят, 7-я победа. 7-0. Еще надо 8-0, 9-0 и 10-0. А нет, всего лишь 9-0 нужно сделать. 2 победы осталось. 2 победы. Решающие. Оо, практически зеркальный пик. Это будет жестко. Ребята, тут уже посерьезнее. Так, аккуратно. Не подходим. Так, минус один.
Минус один сделали. Можно немножко подбековать. Можно немножко под... А, они... Я думал, что мы их убили. Я думал, что мы их реально только что убили. Так, тихо-тихо, зажимаем. Зажим... Ага, ага. Есть. Тихо-тихо. Наших вынесли. Так, убиваем. Давай. Хорош. Запшикали, ребята. Фух, первый гол есть, 1-0, идем дальше. Все отлично, так, немножко подбили. Пушечку выносим, немножко, хорошо, назад. Хилтары есть. Блин, как же бесит. Так, давай. Перебековали, подхиливаем. Пошел. Блин, зря. Я ульту прожал. Ребят, зря была, ульта была очень зря. Блин, пушка, ой, это плохо. Как же не вовремя была поставлена пушка. Я ее не заметил, я прям стоял рядом возле нее. Обидно, досадно, как говорится. Но что поделаешь, и ладно. Так, ну что. Эмс. Ну, как говорится, мы разменялись. Ни я не проиграл, ни он. В принципе, мы друг друга убили, поэтому все хорошо. У нас есть один гол. Главное не зафейлить вот этот гол. То есть это уже 8-я победа прям на одну чуточку впереди, мы уже как бы... Что я говорю? Ладно, ребят, неважно, ребят, вы все поняли. Так. Блин! Да почему? Я прожал ульту, я думал, что они сейчас пойдут на меня вперед, и я ультой просто отхилюсь, но у меня не получилось, ребят, Так, у меня еще и гаджеты есть. Тихо. Ждем, идем по флангу. Тихо. Так, пацанов, травим. Проблема. Хьюстон, у нас проблема. Нет. Отбивайся. Ай, блин, пипец. Это жестко, это пипец, ребят. Это пацаны сравняли. Это пацаны реально сравняли счет. Так, не подпуская, немножко откидываем, так, хорошо, убили. Давай, зажимай. Заноси. Фу, это было жестко, но это 8-0. Это 8-0, ребята. Одна победа, посмотрите сюда. Одна победа и все, пока нет поражений. Последняя карточка. Мы должны просто все свои силы сюда использовать. Тара, СТУ и Джин. Вот это будет интересно. Вот эта заруба будет очень жесткая. Ребята будут сейчас быстрые, против них сражаться не так просто. У них дальность, мне кажется, получается больше. По крайней мере, из-за Джина. Так, давайте туда и мяч. Так, Тару мы сейчас должны запшикать. Тихо. Тару запшика. Не подпускаем Тару вообще. Блин, вот это ускорение нужно убить. Так, Тару запшикали. Давай. Тару вынес. Сижу. Нужно ускорение убрать. Так, ускорение убрали. Сейчас, получается, будет новый гаджет. Блин, меня все-таки пробили. Давай. Ульта есть? Ульта, блин, надо ульту Тару. Нужно ульту Тару в центр, чтобы раз тестянуть. Тюм, бум, гол забить. Я хочу 9-0. Я очень хочу 9-0, ребят. Если все вы лайки проставили, 9-0 будет 100%. 9-0 нужно обязательно как-то сделать. Так. Практически убил СТУ. Блин, было близко. Так, ага. Блин, сейчас двоих тянет. Сейчас смотри. Стягивает. Так, давай. Так, отталкиваем. Хорошо, убили. Тара стянули. Тару убили. СТУ. Остается один СТУ. Идем. Рашим пацанов. СТУ практически добили. Давай, зажимаем. Все. Давай, вот так. Пацанов зажимаем. Идем. Просто врываемся. Давай, где? Давай, забивай. Давай. Хорош, ребята, 1-0, одна минута продержаться, мы красавчики просто сейчас. Так, у них, ой-ой-ой, плохо, то, что Тара сейчас бросит ульт. Плохо, блин, очень обидно, так, давай, отбиваемся, хватай, хватил мяч, отбей в угол, куда-то подальше, все, нужно убить тень Тары, не дать ей хилить, все, Тару убили, тень, а где она здесь, где-то здесь сидит, нужно ворваться на Тару, нужно вынести обязательно вот эту штуку. Так, это мы снесли. Так, хорош, я сделал минус 2. Давай. Есть. 9-0, ребята, 9-0 мы все-таки сделали, красавчики, профессионали. Все благодаря вам. Молодцы, поставили лайки, 9-0 сделали. Смотрите, забрать мега, как приятно сделать 9-0, ребят, вот.
Вот, легчайшее. Берите наши пики и проходите. Вот, серьезно, офигенные пики, ребят, смотрите, 9-0, прошли испытания по красоте, просто лучшие. Спасибо вам за поддержку, не забывайте поставить лайки, подписаться и, главное, код автора, просто за лучшие каточки в мире, ребята, 9-0. Всем удачи, покедово.